Привет, зритель! Предыдущий обзор был посвящен заказу с Озон. И я забыла тебе сказать, что у меня на губах была вот эта помада от Calvin Klein с мятным маслом, с увеличивающим эффектом, растекающаяся, бесконечная, которую я уже даже рисовала по акварельной бумаге и почти уже, наверное, лет 10, ну, чуть поменьше, возможно. И она все еще жила, блин. Скрин сирен 5,5 грамма. Сделано в Америке, Майами, эгегей. Это мне в подарок за первый заказ на клубнике в свое время пришло. Причем на экране цвет был иной, но пришел красный. Ну, хрен с тобой. И сейчас она у меня тоже как бы на губах. Да, у меня тут новые сережки я вчера поменяла. Даже пришла к выводу, что на разные обзоры надо разные сережки вставлять. У меня там просто несчастье случилось, когда я вчера голову мыла. У меня жемчужинка от старой золотой сережки мамкиной еще отпрыгнула с палочки такой. Хорошо, в ванну я ее как бы нашла. Мне вообще печаль вселенская, мне что-то второй шампунь Айвен не подошел. Хотя он мне раньше всегда подходил, хрен знает. Может, волосы от этих силиконов отвыкли. Короче, у меня заказ с Вайперс. Я тебе даже буду эти говорить, как их там, блин, звать. Так, как звать-то их? Артикулы. Грузить животное. Вот в такой коробочке. Отдельный пришел кунжут белый 1 килограмм. Вкусно, полезно, вкусно. Вот. Я еще когда сегодня забираю, ну, я утром подорвалась сначала за молоком, потом на Вайтберрис поскакала, потом в Озон, потом уже села на маршрутку обратно и поехала такая вся загруженная. От одной стороны руки 3,5 килограмма, а в другой какая-то там мелочь. И за спиной еще 2 полторашки молока и простокваши, килограмм творога и пол-литра сметаны козьей. И еще при этом спала 3,5 часа так. И я мне дают эту коробочку, помимо прочего, думаю, а что хоть за коробочка такая? Что я вообще заказывала? Торможение уже пошло. Я тут открыла. Я сейчас при тебе открою. Так вот. Дай. Я когда выспрусь и доделаю свой этот тайп с Орибоку предпоследней главы, я тебе запишу АСМР косметички. У меня она как раз порвалась, я буду из одной косметички перегладить в другую, из одной найду перед этим косметичку. В общем, у нас тут кунжут. Целый килограмм. 8 ноября созданный. Семья кунжута белого, урожай 21 года. Такой хороший, кстати, упаковки. Ну, у меня совсем чуть-чуть кунжута осталось. А я тут прониклась. Кунжут плюс семечки подсолнечника в биоломиксе. Пжик! Мёда фигак, кайфовая жидкая халва. Коробочка. Я потом запишу тебе и обзорчик этого счастья. Так, сейчас найду кунжут. Где мои тут покупки? Кунжут, кунжут. 249 рублей мне обошелся, как раз были вот эти... Ну, на Озон это называлось «Черная пятница» или что-то типа того, а на Вайтберрис это были день шопинга. Сейчас он стоит 359 за килограмм, на сотню дороже. Даже на... Сколько я его за сколько покупала? Даже на 110 рублей дороже. Сейчас тебе скажу артикул. Фирма «Вкусно и полезно» 40-14-74-69. Ну, я потом, наверное, если не забуду, в инфобокс закину эти артикулы. Я заказала себе, конечно, неправильно, что я обозреваю запчасти, а еще не показала на видео в полном прикиде этот свой биоломикс. Но я как бы еще за 990 видела на Озон, но то в наличии, то пропадает. А тут внезапно, сейчас скажу, почем кайфы. Где-то тут животные. 817 рублей. Фирма Just Boy. Насадка для блендера. Я в комментах почитала, потом вопрос задала. Ну, в общем, я так поняла, на одном заводе делают, только для разных марок. Аналогично. И там написали, что идентичное, что для Биоломикс, что для Just Boy.
запчасти. Как бы мне сейчас ни к чему особо всю эту запасной ножичек и запасная муфточка. Мне нужен ключик, чтобы откручивать эту хренотень, потому что без ключика ее не открутишь, жопку. Достать этот ножичек, помыть, высушить и обратно сунуть, потому что арахисовая паста, ну, не до конца отмывается, даже вот на вжик-вжик, либо просто вот в этот фаберлик не отмывает это все до конца, и неудобно потом оттуда пальцами засовываться. Поэтому я решила, что как только у меня появятся деньги, и я выплачу вторую часть за окно, и при этом я пойму, что я не буду экономить супер-пупер, что да, там копеечки на хлеб и копеечку на молоко, ну, 400 рублей на молоко, молочку, я закажу себе хреновину. И вот хреновина, ключик. Да, он такой странный, это ключик для биоломикса. Но вообще было так хорошо упаковано, я там вскрыла. Ножички. Японская сталь. Остренькие, блин. Год гарантии на них. И муфточка. Как ее оттуда извлекать, хрен знает, но потом узнаю. В принципе, мне оно не надо, я так... Посмотрел один обзор, там мужик какой-то очень сказал, что он, если очень сильно так юзать этот блендер, не, ну, для всего подряд, а не именно для арахисовой пасты, для ореховой, допустим, пасты и муки, и из злаков и семян, то это как бы бобов там всяких. Его хватит на год. Думаю, ты чё вообще, у тебя другого блендера нету, чтоб ты долбаное смузи сделал. Нахрена долбаное смузи делать в блендере мощностью 2200 ватт? В общем, я проверила. Оно вставляется. Вот оно вот так выглядит. Ну, у меня уйдет как бы в запасные части. Там я уберу куда-нибудь. В запасы. Как говорится, запасы косметики, запасы техники. Запасы запасов. А ключ буду юзать периодически. Ну, не часто, конечно, но так вот именно, что арахисовую пасту отмыть. Вот, сейчас тебе скажу артикул, вдруг ты тоже приобрел уже себе Just Boy, либо Биоломикс, либо блендер подобного типа. Насадка. Сейчас оно стоит 879. Артикул 32. Пардон, 3. Артикул, в общем, 30, 23, 66, 55. Ну, в инфобоксе я потом оставлю. Ключичек. Хорошенький. Так, эссе. Сейчас дальше доставать будем. Сейчас вот тут у нас. О, у нас тут финики. Не поверишь, зрители, вообще дохрена дешевые. Дешевле, чем в светофоре. И при этом с нормальным составом. Финики без сахара. Без всякого Е220. Без всякого масла и прочей хренотени. 5 октября изготовленные. Упаковка еще в пакетике. Сейчас скажу, почем кайф. Так, 168 рублей за килограмм, вообще считаю, копейки. Сейчас их, правда, нет в наличии, нет на складе, но я тебе скажу артикул, вдруг появится. 29, 41, 17, 09. Финики. Не будет все чаем попить, а то я купила... финиковую пасту на Озон, которая пришла в скрытой упаковке, и почти всю ее захомячила, чуть-чуть только с шоколадом смешивала. У меня там, правда, еще есть финиковая паста на полкило, тоже другой фирмы, тоже с Озон, но закрытая, я ее уже реально чисто вот так в конфеты, ну, конфеты на ней сделаю. Чего у меня тут? А у меня тут кэссию. Целых полкило кэссию сырой очищенный. 29 сентября рожденный. Сейчас скажу, почем кайф. 351 рубль. У нас в Фортуне на развес мне сказали родственники, что там за 720 за килограмм. А я думаю, если на Вайбере дешевле, если есть, то закажу полкило. И вот внезапно есть.
И он до сих пор стоит 351 рубль. Артикул 31, 93, 48, 46. Хороший кэшу. Я в светофоре вчера видела кэшу 276 рублей за полкило, но он так выглядит, что мне его опасно даже не то что есть, покупать. Смотреть на него уже хочется испугаться и куда-нибудь свалить. Тут немножко поломанного. Но как бы это, все на месте. А там очень много обломанного было. Так, ищи. Я купила себе арахис бланшированный, ну, очищенный от кожуры. Его можно немножко обжарить в белом фигак за 4 минуты бжик. Ну, может, чуть побольше, чем 4 минуты, если чуть побольше положить. Первый раз то у меня за 4 минуты, но он в шкурке был слегка обжаренный. Кайфово. Так, эссе. Сделан он у нас 5 октября. Срок годности полгода. Вот, хорошенькие половиночки арахиса. Целый килограмм. Сейчас скажу, почем КФ. Арахис 3. 223 рубля. Серебряный орех называется фирма. Сейчас он стоит 279. Артикул 34, 10, 46, 50. Так, и всем. Что у нас тут еще? А у меня тут пакетики. Я на них еще в прошлом месяце смотрела. Еще когда мне пришла выплата с Ютуба. 7 там с чем-то тысяч. Но меня душила жаба. Потом я подумала, тут 102 рубля упаковка из 300 пакетиков. Каждый рулончик по 100 пакетиков. А я покупала что-то около 50, ну, что-то около чуть меньше сотни за 50 пакетиков у нас в магните. Думаю, а что это? Я уже второй раз покупаю такие пакетики. Вот эти намного выгоднее. И отзывы на них хорошие были. Сейчас, кстати, вскроем плюс я этой домовушки. Во-первых, я домовушку покупала... Два по два, ну, упаковочка там две штучки. В сумме 4 штуки в этом коврике для выпечки, когда делала из них кружочки и делала на них пастилу в своей сушилке. Во-вторых, я покупала похожий коврик только один, что-то за копейки какие-то, там что-то 60 или 70 рублей, не помню, в черном коте. Купила там же две упаковки фольги, она очень хорошая. Я подумала, если оно как бы такое бюджетное довольно, то почему бы и не купить? Это, считай, по 30 с чем-то рублей. Ну, 34, грубо говоря, рубля упаковка таких пакетиков. Сейчас посмотрим, кстати. Вот тут это были хорошие, но мало ли. Вот оно тут скотчем приделано. Очень неудобно этим скотчем приделано, потому что пакетик один в итоге порвался. По жопе надо дать тем, кто так делает. Но пакетики реально хорошие, плотные. И нормально отрываются. Хоть скотчем первое и уделано. Ну, как бы не порвал. Вот здесь не порвался. Я скотч отсобачила. Здесь он этот... Вот здесь только порвался кусочек. Здесь скотч. У меня есть 300. Ладно. 299 пакетиков и один уже заделанный. И всего лишь за 102 рубля. Сейчас я тебе скажу его артикул. Он, по-моему, так 102 рубля сейчас и стоит. Пакетики вы где? Да, так и стоит 102 рубля. 40, 06, 58, 56. И последнее. У меня кошка сожрала все мои резинки, даже те, которые были где-то так заныканы, что их как бы даже и не найдешь особо. И даже не подумаешь, что она это будет делать. У меня одна резинка была на креме для ног, вот так заделана. Еще с такими шармиками, красивенькая такая. И она как-то это умудрилась тащить, разгрызть. Все, ну это та кошка, которая грызет губки. Я теперь губку убираю в обезьянку так впритык, чтобы она ее не смогла достать. Хотя в светофоре я вчера купила губки за 17 рублей 10 штук, знаете, такие плоские, такие маленькие. Наверное, сантиметр высотой вообще. Малюсенькие. Чуть больше полтора коробка спичек.
Она пока на нее не позарилась. Прям даже удивительно. Резиночки на 6 штучек. Последний раз я покупала в этом в Ашане, но что-то как-то думаю, вдруг я не доеду до туда. Вдруг я их вообще не увижу. Хрен знает, сколько эти резиночки в Ашане сейчас стоят. И тут увидела на Wildberries Ля Роза. Резинка 57 рублей. 6 штучек. Сейчас оно стоит 88 рублей. Артикул 19-6-77-107. Потом в инфобоксе оставлю на них. Ссылки не оставлю, напишу просто артикулы. Нормально такие резинки. Резиночки. Хорошенькие резиночки. Можно хвостик сделать. Все, по ходу дела, зритель. Больше ни черта нету. Все, что было, я тебя обозрела. Остальное еще не доставилось. А что доставилось, я сегодня не успела забрать. Заберу завтра. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Не забудь поставить палец кверху.